Беларусь и Китай договорились укреплять сотрудничество и развивать взаимодействие по новым направлениям. Прошедший в Пекине форум «Один пояс и один путь» подробно обсудили президент Беларуси Александр Лукашенко и председатель КНР Си Цзиньпин. Главы государств договорились всячески развивать взаимодействие в формате этого проекта. По итогам переговоров было подписано межправительственное соглашение о технико-экономической помощи, которая будет направлена на поддержку строительства соцжилья в Беларуси. Кроме того, стороны заключили соглашение о развитии международных грузовых перевозок и сотрудничестве в реализации концепции строительства экономического пояса «Шелкового пути». Беларусь и Китай обсудили сотрудничество и в нотариальной сфере. Впервые в МИСК с официальным визитом прибыли представители Ассоциации нотариусов КНР. В рамках рабочей встречи рассмотрены вопросы развития сотрудничества и участия в совместных мероприятиях. Нотариаты Беларуси и Китая договорились о проведении конференции, которая, как планируется, пройдет в Пекине. А уже в июне в Минске состоится международный форум нотариусов. Он соберет специалистов более чем из 20 стран мира. Беларусь открыла национальный павильон в рамках одной из самых известных и престижных выставок современного искусства – Венецианской биеннале. Арт-проект, представленный белорусами, называется «Стол». Его куратором выступил известный художник Роман Заслонов. Это видео, состоящее из множества совершенно разных мини-сцен на фоне стола. В этом году живое искусство представлено в национальных павильонах более чем 80 стран.